Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить малосольные огурчики. Для приготовления нам понадобится молодые огурцы, вода, соль, чеснок, листья вишни, листья смородины, листья хрена, укроп и горький перец. Для начала возьмем 2 килограмма молодых огурцов. Хорошо промоем и замочим в холодной воде на 2 часа. Это делается для того, чтобы они впитали в себя влагу и оставались крепкими и упругими. Тем временем приготовим рассол. Вскипятим воду и добавим соль. На каждый литр воды я добавляю столовую ложку соли. Подготовим остальные ингредиенты для засолки. 6 зубчиков чеснока почистим и нарежем несколько частей. Листья вишни и смородины хорошо промоем и отделим от веточек. От укропа нам понадобится только верхняя часть, зонтики. На дно 3-литровой банки выкладываем наши специи и приправы. Лист хрена, зонтики укропа, листья смородины, листья вишни, зубчики чеснока, горький перец и перец с горошком. Теперь заполняем банку огурцами, так, чтобы они лежали плотно друг к другу. По мере заполнения банки вы можете добавлять чеснок, а сверху нужно положить оставшиеся листья и специи. Для засолки огурцов необходимыми ингредиентами являются соль, хрен и укроп, а листья вишни, листья смородины и чеснок придадут незабываемый вкус нашим соленым хрустящим огурчикам. Теперь осталось залить банку с огурцами немного остывшим рассолом, который мы приготовили заранее. Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник на 2 суток. Через 2 дня мы можем наслаждаться потрясающе вкусными, хрустящими малосольными огурчиками. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал овкусе.ру. Жду ваши комментарии, пожелания и предложения, а также ваши варианты приготовления малосольных огурчиков. С вами была Евгения. Пока-пока!